друзья, я свой канал свой среди своих кулинарий. Сегодня мы с вами приготовим замечательный напиток лимончелло. Короче, друзья мои, мы его уже однажды готовили, как бы можете посмотреть. Как там ребята говорят, оставляем это все на 3 недели в темном месте. Ребзя, ну нахрена это все настаивать, если основная консистенция у нас идет как бы по составу там 89% наверное влаги. Поэтому делаем обычный джин-тоник и не занимаемся херней. Вот так вот. Кстати говоря, ссылочка будет вот здесь. Это для тех, кто ну, чисто захочет пожать. Просто тогда мы немножко у нас было косорыловки, мы ее употребили, и зараза она победила, ее было больше. Друзья, ну в этот раз мы решили для вас приготовить настоящий лимончелло. Очень вкусный, очень замечательный. Вот так вот он выглядит в бутылочке. Кстати, можно ему еще было бы постоять. Но тем не менее, рецепт мы обязательно в текстовом виде оставим на своем сайте. Ну а вы не забудьте подписаться и поставить пальчик вверх. Для нас это важно. Ребята, начинаем. Ну что, друзья мои, для приготовления лимончелло аккуратненько снимаем цедру с 3 лимонов. Это у меня пойдет на 0,5 литра. И там еще кое-что будет, я сейчас покажу. Друзья мои, ну вот мы сняли, собственно, цедру. Оставил я вот одну долечку. Вообще по классическому рецепту она не идет, но мне хотелось бы, чтобы была легкая кислинка. Так, это пока в сторонку. Что касательно сиропа, смотрите, друзья, я уже подготовился, то есть 250 миллиграмм воды и 250 грамм сахара. Все это на огонь, дело аккуратненько помешиваем, снимаем пенку, все, закипело она у вас, остудили, все, получается сиропчик у нас будет готов. Берем подходящую емкость, переливаем сюда сироп. Заливаем 0,5. В идеале, конечно, по классике используется виноградный дистиллят. Но мы будем использовать обычный самогон. Двойной перегон 60 градусов. Так, отлично. Теперь добавляем сюда вот это дело. Мякоть, так скажем. Ну и, соответственно, нашу цедру. Все, закрываем теперь под крышечку и на 2 недельки отправляем в темное место. Все, через 2 недели, друзья, увидимся, обязательно отфильтруем все это дело, посмотрим, что получилось, и пропустим. Ну что, ребята, пришло время отфильтровать. Все у меня не поместится в пузырек, так чисто для пробы фильтранем. Ух, цвет вполне приятный. Я не знаю, у многих там получается какой-то он мутноватый и тому подобное. Но мне вот нравится, что прозрачненький, такой желтый, приятный. Та-та-та-та-та. Не, нормально. Так, друзья, ну через секунду увидимся на дегустации. Ребят, дегустируем. Короче, цвет. Цвет обалденно шикарнейший. Хороший. Оп. По чуть-чуть. Думаю, будет вкусно. Так, ваше здоровье. Ой, ребята, аромат, да. Аромат шикарный. Ну, лимончиком. Очень приятно пахнет. Очень нежный аромат, кстати. Вот цедры, честно скажу, ну, больше не надо и меньше не нужно. Самый раз на вкус. Кисло-сладенький. Приятно. Очень приятно, очень мягкий, друзья. Алкоголь вообще не ощущается. Как компотик. Если бы еще был бы холодным или со льдом, вообще изюминка была бы. Просто изумительно. Так что... зачетный напиток, ребят, особенно для ваших милых дам. Делайте, пейте свое. Ну а с вами был свой. Всем пока.